Что включает в себя доступ 2021? Это 12 курсов, детские курсы, курсы по вечерним платьям и курсы с конструированием. Сейчас разберем по отдельности, какие, где курсы есть. То есть здесь присутствует 2 детских курса. 26, 25, 37 и 40. И к концу года еще добавится 42-й курс. Это Амелия, вот как раз лиловое платье, кто уже заметил. Сейчас расскажу по отдельности про каждый курс понемногу. Курс «Бабочка». Здесь из материалов использована глиттер с напылением, но можно заменить на любую стрейч материал, либо даже не стрейч, это возможно может быть атлас, бархат, все что угодно, то есть любая плотная ткань. Из использования кружева здесь всего лишь раппорт, фасон юбочки внутреннего, то есть платья, он футляр, скорее всего такой фасон подходит на чуть более старших деток, то есть выше 8 лет. И здесь идет накидочка. То есть здесь тоже делаем, конструируем из трех запчастей нашу накидочку в виде бабочки. Она получается у нас. Следующий курс, это курс номер 25. Здесь у нас 3 техники пошива используются. Техника платочки, оригами и вышивка. То есть именно ручная. Здесь кружево не используется, мы вышиваем вручную. То есть техника платочки, это вот вы видите юбку, да, вот созданы вот такие объемы интересные. Такую технику можно использовать как на детских платьях, так и на взрослых. Здесь представлена только нижняя часть юбки, но можно делать ее полностью, да, большую, пышную. То есть адаптировать такую технику можно под любые платья и придумывать свои фасоны, видоизменяя ее. Также работаем с полосочками. Так, чтобы эти полосочки не закрепляли, то есть они не пришиты, то есть нет никаких стежков. То есть очень тоже интересно, проходит она и по лифу, и по юбочке. Тоже можно адаптировать под взрослое платье. И вышивка. Вышивка указана. Будут сколько чего, каких кристаллов нужно. Мы здесь используем большие кристаллы, капля, круглые, бисер, трубочки. То есть все, что есть в наличии одного оттенка. И делаем такой в технике, в стиле викторианском. Узор взят из книги «Викторианские узоры». Либо можно найти на сайте, на любом, на картинку, которая вам нравится, просто распечатать и по ней уже вышивать. То есть любую можно адаптировать картинку под вашу вышивку. Такой курс интересный, 37. Здесь сочетание двух кружев, оба они асимметричные. Одно кружево больше флористическое с абстракционными узорами, второе больше абстракции, но тоже есть флористика, более ломаная. То есть сочетание двух разных кружев, как их сочетать. Оттенки должны быть очень близко друг к другу в одной подгруппе пастельной, допустим, либо темной пастельной, либо яркой. Из разных подгрупп лучше не использовать цветовых кружева дизайна. То есть это сочетание именно одного. Небольшая есть вышивка ручная и добавлена ручная вышивка индийская здесь частично. Фасон довольно простой, подходит новичкам. И детские курсы завершают
Джудит, курс номер 40. Расход здесь 15 метров фатина, 1-2 рапорта максимум кружева. То есть одного рапорта достаточно, если не хотите, то есть сильно много расшивать. В чем примечательность данного курса? Шила я его за 2 дня. То есть это пошив достаточно легкий за счет того, что мало кружева, то есть только на лифе. Крой, все это максимально просто, то есть справится даже новичок. Ориентирован курс прямо для новичка. Тот, кто уже с опытом, просто может модифицировать его и усложнять за счет вышивки, за счет декорирования более сложного, по юбке более обильного и так далее. Но новичкам он очень подходит, то есть рекомендую именно новичкам. Дальше мы переходим на курсы с конструированием. Так, прочитаю, вопросов нет. Наташа, привет. Угу. Всем привет. Иностранцы, как всегда, засоряют эфир. Так, корсет, корсаж точнее. В чем интерес в нем? Он некий такой полупрозрачное платье, футляр. Шьется не из фатина, а из сеточки для лифа. Она не деформируется, соответственно, ее можно стирать, то есть она износостойкая. Так. Секундочку. Ксюша, привет. Используется здесь помимо сеточки для лифа шантили разной ширины, то есть узкая может быть 10 сантиметров, 12, 35 и так далее. Но комбинирование разных видов шантили здесь очень красиво представлено. То есть здесь, по-моему, 4 либо 5 видов на одном платье. Чашечки не вставлены, сделаны бретели, но есть косточки. То есть оно мягкое. И на замочке, то есть не на шнуровке, а на замочке. Такое более адаптировано под повседневную носку. Очень интересное тоже. Здравствуйте, сколько будет сохраняться доступ к урокам после оплаты? Доступы у нас идут на постоянной основе. Даже доступы, которые были старые, которые уже закрылись в продаже, которые сняты с продажи, доступ к ним остается навсегда. То есть они только могут сняться с продажи, но доступ к ним не прекращается. Доступ временный идет только на марафонах. Если вы приобретаете курс, либо доступ, это навсегда. Еще один курс для новичков, курс номер 27. Здесь идет построение базовой основы платья, моделирование по спинке хомут и по юбочке моделирование в юбку, расширенную к низу с шлейфом, с небольшим шлейфом. Можно ли использовать кружево в данной модели платья? Да, можно, но, скорее всего, это должно быть либо цельнокройное платье, то есть из полотна кружева полностью используется. Потому что прям по основе лучше здесь не декорировать. Если только вы переднюю часть не замените на сеточку для лифа. То есть полупрозрачный, где использовать будете технику рисования. Либо, как я уже перед этим сказала, лучше брать кружево, которое более плотное, которое предназначено именно для цельнокройной. И будет красивое вечернее платье из кружевного полотна. Тоже очень дорого будет смотреться. Чистый силуэт. Также имеется в доступе 21 блуза. Блуза идет из сеточки и внутренний топ. То есть это как два изделия получается. Да, можно делать не из сетки, из любого другого материала, но мы решили сделать более такую сложную задумку, интересную. Моделирование рукава, соответственно, есть конструирование, моделирование рукава, воротничка, стойки и так далее. Очень интересный. У нас проходил марафон по блузе. Очень здорово. Девчонки, я так понимаю, носят и фотографируют своего себя. Получился такой сапожник в сапогах первый.
также присутствует в сборнике курс по жакету, 32-й курс. Жакет, построение и идет декорирование. Декорирование двумя видами кружева, то есть можно без кружева использовать. В курсе кроится это из шантилья, то есть из шантили и сеточки для лифа, то есть не из основной ткани. Вы можете увидеть, то есть как можно сочетать все эти материалы в жакете. И блок с вечерними платьями. Так. Как-то они отдельно. Так, мы прошли блок курса с конструированием, 4 курса, и 4 курса у нас идет с вечерними платьями, 28, 29, 24 и 41. Так, вот теперь их разберем по очереди. Курс 28, здесь нет кружева, но можно использовать кружево вместо вышивки. Здесь идет вышивка. Либо элементы мы рисуем и вышиваем по ним. Я в уроках показывала, как расшивать по кружеву. Кружево было белое, то есть по белому тонкому кружеву с палочками делали вышивку цвета того, которого нам нужно, то есть сиреневый, фиолетовый. Были рисующие фрагменты и заполняющие, то есть полностью по кружеву мы прошлись бисером, кристаллами, то есть уроки по вышивке есть. И также здесь идет крой из Армани, шелка, юбочка с в сборку 1:3 и шлейфиком с метровым. Накидочка, это не рукав, это просто накидка, то есть элемент ткани. Драпировка по лифу используем, то есть как драпируем. Сейчас мы переходим на тоже интересную технику с водоросли, которую я назвала. Чем-то схожи по драпировке они. Курс отснят, но я его, это платье полностью перешила. Я вам уже показывала. Это платье превратилось в другое платье. Оно теперь стало вот таким. Ну, я такая, мне все на переделки отправляю. Потому что к показу, когда готовишься, нужно усложнять максимально конструкции. Перешивать, усложнять. Когда я шью коллекцию, у меня, может быть, переделка несколько раз происходит, пока я не добьюсь того эффекта, вот, чтобы прям я чувствовала, что это прям вот максимально сложно, сколько возможно выжить с этого платья. Здесь, конечно, более упрощенная система. Да, я не люблю круглый бисер, верно, но на тот момент, когда я искала бисер в том, был только круглый, его было много, пришлось брать. Но я не люблю, да, действительно, не люблю. Это вот единственный на случай, когда круглый бисер попал в мои платья. Курс номер 29. Интересное вечернее платье с несколькими ярусами юбки, с деталями, запчастями. То есть здесь 3 яруса и одна пара хвостов, как запчасти, как плавнички идут. Расход кружева здесь не маленький. Можно, конечно, не в таком количестве использовать. Я использовала 4,5 метра кружева и рулон фатина, то есть 50 метров. Так, почему такой большой расход? Потому что декорирование идет по каждому ярусу юбки, плюс еще по низу. А так как солнце у нас в круг идет около 10 метров, то есть если разложить солнце и с сантиметровой лентой пройтись по кругу, это будет более 10 метров. Представьте, сколько кружева уходит, если все раскладывать, то есть полностью по всей длине платья. То есть перерасход огромный. Да, можно было и больше здесь использовать, но если вы не хотите столько тратить, то примерно 2 метра тоже можно пустить. То есть это будет заполнение не снизу вверх, а сверху вниз. То есть низ юбки будет более пустой,
а верхняя часть юбки будет более заполнен. То есть так тоже можно. Даже, я думаю, полтора можно метра уложиться, если сильно захотеть. Так, курс номер 41, курс Лори. Здесь у нас идет похожее с курсом 27, крой юбки один и тот же, только там ткань, а здесь использовано именно полотно кружева, но крой одинаковый. Чем заполнение идет изнутри? Изнутри можно использовать полусолнце, фатина, то есть складываем, чтобы не было никаких строчек, потому что знаем, что фатин лучше на машинке не прокладывать, чтобы швов не было. Здесь можно сделать полусолнце, там показано, как припрятать так, чтобы не делать строчки. Вверх использовано другое кружево, то есть не основное, а пайетка. Пайетка, палочки, веточки. Внизу абстракционная такая флористика. По тону они очень похожи, красиво сочетаются за счет того, что пайетки и более матовый эффект. Есть такая вышивка уже ручная, тоже по кружеву, и элементом она стоит, усложняет, в общем-то, все платье. Корсет. Корсет 24 курс. Лекала, снятый методом макетирования с скотчем, то есть с манекена, то есть снятый. Но уроки будут по построению в 33-м курсе, где идет корсажное черное. То есть кто, у кого манекена нет, то есть можно строить. Но скажу так, что самое первое, что вам нужно, это не швейная машинка, это не оверлок, а это манекен. Манекен – это основной инструмент в наших курсах. Так. Шит он, сборка полностью на машинке. То же самое, можно декорировать, можно использовать вместо ткани глиттер, это атлас, любую другую ткань, либо, так, что-то вылетело, начала читать комментарии. Где вы посоветуете покупать?